Утром после свадьбы новоиспеченная теща вспоминает, что вчера была какая-то драка. Она будет спящего свидетеля и спрашивает: «Слушай, что вчера произошло? Что было?» «Уж да ты че, твой зять, блядь, он форменный псих! Я пригласил невесту потанцевать, а он подбегает и ни с того ни с сего, как даст ей промежность ногой, чуть не два пальца не сломал, козел, блядь!»